Импортозамещение в действии. В микрорайоне Чкаловский открылось сырное производство, продукция которого составляет достойную конкуренцию санкционным западным образцам. Небольшие фермерские хозяйства создают кооперацию, чтобы помогать друг другу и более эффективно решать производственные вопросы. Так, летом этого года скооперировались маленькая ферма в деревне Соколова и частная сыроварня Ивана Юрочка, обосновавшаяся на улице Любимой в микрорайоне Чкаловский. Получается и производственный эффект, потому что именно на маленьких фермах более качественное молоко. То есть вот в этом случае, когда мы выручаем друг друга, более тщательно подходим к кормлению животных и все остальное. То есть в данном ситуации можно и сделать как раз хороший полутвердый сыр. Иван Васильевич приехал из Владимирской области. В сельском хозяйстве у него богатый опыт. Работал в том числе директором молокозавода. А в Щелкове решил заняться сыроварением. Говорит, здесь аура хорошая. В июне сертифицировали оборудование и выпустили первую партию продукции по голландской технологии. До этого были пробные партии. Искали тот сыр, который нужен потребителю. Рокфор делали, камамбер. Сейчас гауда, полутвердый сыр с разными наполнителями. Полутвердый сыр. То есть именно он со сроками достаточно хорошими вот, созревания. И вот он в кулинарии, и сейчас считается сыр премиум. У нас без всяких селитр, без добавки, без ничего. Мы делаем на чистом молоке. Познакомиться с производством приехал глава Щелковского района Алексей Валов. Информация о том, что в Щелкове начали делать хороший сыр, распространяется быстро, даже без рекламы. Мы считаем, что нас должны признать по именно качественным показателям, а не по рекламным. Это как бы наше кредо. Фермер говорит, что за щелковским сыром приезжают со всего Подмосковья, и не только. Хочу сказать, что уже и на север наш сыр доехал, то есть, ну, как бы, вот щелковский. И признали, и он уже стал конкурентом алтайским сырам, потому что именно в те регионы заходят алтайские сыры, ну, как бы, северные регионы. Ограничительные меры в отношении нашей страны подтолкнули отечественное сельхозпроизводство к бурному росту. Сыроварня в Чкаловском – яркое тому подтверждение. Указатель на улице Рудакова всех приглашает попробовать щелковский сыр. Скидки ветеранам, мелкий опт от одной головки и обязательная дегустация. Не посрамит. Щелковскую землю. Мне понравилось, вкусно, действительно. Такие насыщенные и ароматы, и вкусовые качества, что уверен, что этот сыр будет востребован. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».